Ирина Винорусманова. Это имя стало легендой для нескольких поколений спортсменов. Художественная гимнастка воспитала немало олимпийских чемпионов. Алина Кабаева, Яна Батыршина, Юлия Барсукова. Свою карьеру тренера Винорусманова начала в Ташкенте, а в России, в Подмосковье, начала обучать будущих титулованных спортсменов. Когда я жила еще в Узбекистане, я все равно работала в Новогорске. Это база спортивная была сборных команд Советского Союза. Я здесь, в общем, даже не помню, когда начинала работать со сборной командой. Уже дети эти выросли, у них уже внуки. Сегодня великие спортсмены, тренеры, представители власти в этом зале за тем, чтобы поздравить Ирину Винер с новой наградой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил ей звание почетного гражданина Московской области. Вы человек достояния нашей страны. Нам особенно повезло, потому что вы работаете, живете, трудитесь в Подмосковье. Большая честь сегодня в присутствии этих будущих и настоящих чемпионов олимпийских и мира вручить вам звание почетного жителя Московской области. В церемонии награждения принял участие и глава Химок Дмитрий Волошин. Сейчас в городском округе работает Центр гимнастики Ирины Винорусмановой, кузница будущих чемпионов. Ирина Александровна, она очень справедливая. Великая женщина для нас, огромная честь с ней тренироваться. Каждый день мы приходим и в зал и радуемся, что у нас есть такой тренер. Винер – обладатель большого количества званий и наград, но о своих заслугах привыкла говорить скромно. Самое главное – всегда делать свою работу на 5 с плюсом, чтобы зрители у телеэкранов испытывали гордость за страну и за своих спортсменов. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.